Здравствуйте, дорогие друзья! Я Елена Отрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов. Хочу к вам обратиться и высказать какие-то свои мысли по поводу того, что сейчас у нас есть, того, что чувствую именно я, как гражданин своего общества, как человек своей страны. Я благодарна этой стране за то, что я выросла здесь, за то, что я родилась здесь, за то, что я могу эту страну называть своей родиной, за то, что я могу называть себя белорусской. Я счастлива, что мои дети получили престижное образование. У меня обычная семья, за мной не стоят олигархи. Я прошла длинный путь от маленькой девочки с большим 25-летним стажем общежитий, с достаточно сложной, может быть, молодостью. И весь тот путь, который я проделала, я могла бы с большой радостью повторить бы снова. Потому что я знаю, что вот сегодняшний день, тот день, к которому я пришла, он мне позволяет говорить о том, что у меня за спиной есть большой багаж. Большой багаж моего какого-то творчества, моего какого-то счастливого семейного счастья. И во многом это благодаря тому, что я не знаю, что такое война. Я знаю, что такое война со слов моей мамы. Моя мама, слава Богу, живой человек, она жива. Ей в этом году исполнится 89 лет. Будучи девочкой, она прошла войну. И я не понаслышке от мамы знаю, как это жить в Ростове. Друзья мои, я вам всем желаю, чтобы общество, какие бы у нас ни были с вами взгляды, они, конечно, должны быть разные и так далее, но мы белорусы, мы за Беларусь, и мы должны не дать развалить нашу большую страну.